лишним оказался Гордейчук. Удар. Гол. Ну, классно. Вот это реализовано так, как хотелось бы. Милевский. Классная передача. 3-1. А Михаил Гордейчук, ну вот в этом эпизоде, наконец-то. Делать это так, как в первый раз, когда принял и сразу же зарядил с левой. Он убрал под... Был Лазовский к тому, чтобы спасти в этом моменте. Но все же брещане возвращаются, забивают. Вы помните, показывал, мол, была игра рукой. Гетьков очень уверенно показывал в ответ, что нет, не было. Тве бьет, блокирует Клопоцкий. Еще удар! Сорока на него не реагирует! И Брестская Динамо на 17! О, здорово-то как! И мяч залетает в ворота. Ну, это уже ляп Нечаева, чистой воды. Потом очень дорого за это заплатить. Ох, здорово-то как! Лаптев находит Гордейчука. Ну, вот это уже все. Вот это уже все забивает Михаил Гордейчук. Ну, нужно было, наконец-то ему уже нарушил процедуру исполнения пенальти. Бросился вперед еще до удара. Заслуженные аплодисменты. Кисляк подает. Удар по воротам, и все-таки динамовцы распечатывают.